Старобельске прошло захоронение неопознанных украинских боевиков, погибших в ходе боевых действий в Луганской Народной Республике. К захоронению погибших были привлечены пленные солдаты украинской армии, которые добровольно изъявили желание принять участие в церемонии погребения своих сослуживцев. Мы свои против, да, похоронить. Да. Ну, знаю, это война никому. Ну, парни, поеду. Прокомментируйте, вы, пожалуйста. Вот, да, Зеленский назвал Арестович, говорят, что это... успех, это успешная спецоперация, отход из Северодонецка или Сычанска. Ну пусть придет, похоронит людей и посмотрим, какой это успех. Сколько стало? Было 83 человека. 83 человек осталось человек 10. Священнослужитель Старобельской епархии провел обряд погребения погибших украинских бойцов. Победи с тобой, носили фараона, видя посклеваемо Богу, победную песню мы пьешем, упокой Господи душу усопших. Помощник главы Луганской Народной Республики прокомментировала факт захоронения погибших солдат вооруженных сил Украины. Для Луганской Народной Республики, для ее руководства, гуманность, справедливость – это основные принципы, на которых мы строим свою жизнь. И люди, которые погибли, пускай это даже наши враги, после смерти достойны нормального обращения.